Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем сражаться с армиями роботов в игре под названием Budget Cuts 2 VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И если вы не видели первую серию по этой игре, внизу я оставлю ссылочку. Итак, друзья, мы вот на этом поезде приехали прямо на базу роботов, и теперь нам нужно найти некоего... Погоди, не буянь, все нормально, дружище, я просто пройду. Мы должны найти некоего оптимизатора затрат и его плату, и по всей видимости его нужно будет отключить. Найдите пункт досмотра центра распределения эффективности. И тут очень важно вести себя максимально культурно, потому что вот этот чел вел себя явно некультурно. Но мы не повторим его судьбу, я надеюсь. Давайте двигаться вперед. Опа, а че ты ругаешься? Погодь, а в чем проблема? Погоди. Я, честно говоря, не понял, в чем проблема, почему меня завалили. Вроде бы разговор был о том, что если я не буду... Надо идти обязательно по белой дорожке. Вот в чем моя ошибка была. Простите, пожалуйста, роботы. Нельзя сходить с курса. Блин, а я не обратил на это внимания. Я думал, это просто как бы... Просто картинка. И она ни о чем не говорит. Но получается, я ошибался. Дамочка, ты мне опять говоришь те же вещи, которые ты говорила. Пожалуйста, не говори мне те вещи, которые ты уже говорила. Дружище, объясни ей. Я не могу, она меня не хочет слышать. Она не слушает меня. Привет. Так, тут ничего вроде интересного нет. А если я телепортируюсь, например, вот на эту... Угу, нельзя. Вот на эту белую зону. Давайте запасемся кружками на всякий случай. Хотя у меня уже есть стаканы, но кружки лишними не бывают. Так, это максимум. Отвертка мне не нужна, эту фиговину я тоже таскать с собой не буду. А вот пароль тоже можно выкинуть, нафиг. Кружки, кружки, кружки. Монетка. Что дает монетка? Ставить ее нельзя. Можно налить воды. Оба-на, давай попробуем. Так, поставим кружку и... Она не наливается, это подстава. Неужто роботам не нужно пить воду? Да, они пьют масло, на самом деле... Ну, окей. Погоди. А если мы придумаем вот такую штуку? Я вставил. Банка. Банку можно использовать как оружие, чисто теоретически. Ну ладно, не буду тут задерживаться, погнали дальше в отдел распределения. Вроде не привлекли внимание этого робота, так что, дружище, да все нормально, все нормально. Смотри, я просто иду по белой дороге. Я не желаю тебе зла, на самом деле желаю, но ты не должен об этом знать раньше времени. Так, смотрите, а тут у нас... Ой-ой-ой, еда! Это что, это така? Я съем все така на этом уровне, потому что я хочу. Никто меня остановит, никто меня не сможет остановить. О-о-о-о-о! Ну, понеслась. Я не лопну, надеюсь. Для чего я это делаю? Все? Счет, пожалуйста. Быстро слопал, даже почти ничего не уронил. Плевать. Что не упало, то... Что упало, то не пропало. Там еще куча така, ну, честно говоря, я не знаю. Вроде перекусили. Наверное, нам нужно дальше на лифт, но я попробую... Попробую куда-нибудь сюда телепортироваться, может. Хотя за это меня могут наказать. Я даже не знаю. Смотрите-ка, вот отдел. Но мне интересно, сходите сюда, к роботам. Господа мужики-роботы, как вы тут? Мы договоримся с вами о чем-то или нет? Нет, я боюсь, я реально боюсь вступать на красный пол. Извините, ребят. Роботы тоже меня извините. Они, видите, загорелись желтым, значит, они что-то знают, что-то подозревают. Короче, я убираюсь отсюда и телепортируюсь прямо вот в этот проход. Вроде безопасно. Ну, и на красную дорогу я не наступил на красный пол, а значит... Вот черт, здесь никак не пройти. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Минуточку. Вот черт. Так, быстрое сканирование их систем показало, что есть другой маршрут к оптимизатору. Но до него можно добраться только через крышу. У меня тут рядом есть друг, я с ним свяжусь. Она точно нам поможет. Он поможет нам точно. Пожалуй, пора рассказать вам кое-что, от чего мне слегка не по себе. Помните Адама, психопата из отдела персонала? Да, я от него убегал. Я не вижу его сигнала в офисах. Похоже, он покинул здание примерно в то же время, что и мы. Он же... Надеюсь, он не пошел за нами. Только не Адам. Пожалуйста, только не Адам. Так, вот это очень плохие новости. Потому что Адам был, во-первых, тупой, он застрял. Во-вторых, откуда у него интеллект, чтобы выбраться?
Так, в любом случае, ничем хорошим это не закончится. И нам нужно пробираться через крышу. А как? Здесь вообще все заблокировано. Ха. Что это за звуки? Как будто вертолет летит. Нет, ну тут явно прохода нет. Выходит, мне нужно двигаться обратно. Здесь тоже никакого окошка я не вижу, чтобы можно было туда выстрелить и... Что по заданиям? Найдите способ попасть в лифт. Я понял. А лифт охраняется роботами. Ну, есть один вариант, который... Стоп, а наверх можно? Слушайте, я могу вот сюда прямо попасть. Наверх. Не достаю, правда, маленько. Но если сделать вот так... Я наверху. Ха! Офигеть, здесь круто. Это, похоже, самолеты летают над крышей, над головой. Так, это похоже на пункты наблюдения. Давайте посмотрим. Можно включить сирену, а еще можно выкинуть стаканы, потому что... Нафиг они мне нужны, когда у меня есть старые добрые ножики. Острые, заточенные, быстрые, элегантные, классные, приятные. Так, можно посмотреть на камеру. Ну вот я вижу первых... Их даже не разобрать. Так, окей, наверное, я нажму кнопку, они куда-то побегут, и в этот момент я телепортируюсь. А еще здесь есть пневмотруба, по которой обычно передают капсулы с различными записками, информацией, деньгами и так далее. И они явно выделяются на общем фоне голубым цветом, значит, для чего-то их тоже можно будет использовать. Вопрос только для чего. Ну ладно, здесь же тоже помещение. Опа, потерянное и найденное, дружище. А мне что, отвертка нужна, раз ты ее мне принес? Нет, ну я могу ее с собой таскать. На всякий случай возьму. Монетка мне точно не нужна. На, сам забери. Это тебе на чай, чаевые. Скажи мне спасибо, а не жалуйся. Так, а куда? Ха. Ха, вниз тоже можно спуститься. Сперва я... Ну, лифт по-любому опечатан. Давайте спустимся вниз. Хочется все исследовать. Но тут все заблокировано. Надо, короче, смотри наверх. Так я уже забирался наверх, но похоже, да, это и есть наше задание. Туда тогда и пойдем, нажмем эту кнопку, роботы убегут, и мы проскочим. Так, тревога сработала, они уходят. А куда они побежали все? Да мне не важно, на самом-то деле. Быстрей. А, нажимайся. А, лифт едет, почему нет лифта? Лифт, 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 лифт. Ха! Фух. Ну, это был довольно простой уровень. Красивый, но простой. И даже не пришлось ни с кем сражаться. Ура! Люблю, когда не нужно ни с кем сражаться. Ну что, дружище, рад меня видеть? Я рад тебя видеть. Ладно, пока неплохо. Роберт встретит нас в здании службы распространения информации. Ага. Он проведет нас в офисы на верхнем этаже. Он будет в настроении. Ну, такс. Найдите новый инструмент. Какой новый инструмент? Дружок. Пирожок, у тебя есть инструмент? А ну говори, есть ли у тебя... Ладно, у тебя... Ай, отдай мой нож. Ладно, здорово. Нет у тебя инструмента. А какой новый инструмент? Я знаю, что в игре может быть лук. И вот это было бы крайне круто. Мне нужна карточка первого уровня. Братан, у тебя есть карточка первого уровня? Здесь-то ее точно нет. Присядь, отдохни. Дай пройти. Ну дай пройти. Нет у тебя ничего. Может тут? Теперь можно на расстоянии открывать предметы. Блин, это очень круто. Так, возьмем эту штуку и поставим штамп. Теперь ты принадлежишь мне. Вы все принадлежите мне. Тут закрыто. Пусто. Пусто. Что-то мне подсказывает, что тут-то я ничего у них не найду. Прислужники краба. Тихо, погодите. Я не понимаю. Ладно, окей. Где взять карточку? Ну неужто эта дверь открыта? Открыта! Так, 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 так. Нужно было сразу сюда бежать. Вы посмотрите. Это что за штука? Вай. Найдите новый инструмент. Вай, а как из него стрелять? Берем стрелу и заряжаем. Так, а целиться я что-то не понял, как целиться.
Я стреляю выше, чем положено, но я... Почему стреляю? Может быть так? Да, все, я понял. Лучше целиться боком. Так как-то комфортнее. Текс. Ну, практически научился. Ладно, стрелы я буду с собой таскать. Не, ну тут дурацкий прицел на самом деле, я не понимаю. Ладно. Я понял, что можно быстро менять. А как взять с собой стрелы? Погоди, мне нужно телепортироваться сюда. Давай возьмем стрелы. Нет места. Кружки нафиг. Лучше буду таскать с собой стрелы. Хотя ножи мне нравятся больше, честно говоря. Да. Ладно, уберем пока лук, он мне не нужен. Мне нужны стрелы. Тут можно стрелы забрать? Стрелы многоразовые, друзья. Нафиг, нафиг. Не нафиг. И не нафиг. А-а-а, взял бы. Ладно, плевать. Если что, сюда можно будет вернуться. Так, новый инструмент найден. Что поза... Да я понял, быстрая смена. Чё тебе еще надо? Ну что? Чё, странный механизм. Так, чё по заданиям? Найдите новый инструмент. Найден новый инструмент. Я вышел отсюда. Может, во что-то нужно выстрелить? Только вот во что? А вот, друзья, карточка лежала прямо здесь, а я ее в упор не замечал. Ну, в общем, как обычно, отвертка мне не нужна, а вот карточку я с удовольствием забираю. Ну что, побежали дальше в таком случае. Дружище, всем спасибо, что вы были тут, я пошел. Мне нужно испытать лук на практике. Хочу уже кого-нибудь подстрелить из него. Так, вот только кого? Блин, тут открытый мир, офигеть, город. Опа, а вот ты, дружище. Ты уж извини, ты уж не обессудь. Бэм! Хедшот! Так, хоть бы стрела была многоразовой. Вот, если она будет таковой. Ай, ну конечно. Вот, друзья, писали, что может быть стоит попадать в голову, и тогда не будет ломаться боеприпас. Нож, вилка или стрела. Ломается. Был чисто хедшот, но все равно она сломалась. И это, прям скажем, обидно. Очень обидно. Но ничего не поделаешь, с этим придется смириться и двигаться дальше. Ножницы. Да нафига мне вообще что-то нужно, потому что у меня целая куча всякого разного. Хотя, почему бы их не взять? Ха, оружия много не бывает, учитывая, что в разгаре сражения можно запросто, просто-напросто промахнуться, стрела улетит куда-то совсем не туда, куда нужно. Так, погоди, а зачем я сюда пришел? Если тут ничего нет... Погодите-ка, погодите-ка. А вдруг мне нужно... Найдите дорогу. Телепортироваться, например, вон туда. Жесть. Жесть! В таких местах я не был еще никогда, ну ладно. А да, нам сюда и нужно было. Ну, дружище, ты уж... Извиняй меня. Так уж вышло. Пэмс. Там сзади кто-то есть, или мне кажется... Наверняка надо мной прямо сейчас стоит робот и ждет. Подстраивает ловушку, чтобы я телепортировался, и он выстрелил в меня. Не, это был просто вертолет. У меня паранойя началась. Так, наверх. Дружище. Так, сыр. Опа, еще один. Может, пора переходить на оружие ближнего боя? По старинке сражаться? Здорово! Не вздумай стрелять в меня. О, там еще одни. И даже не одни, а целых даже 10. Меня обстреливают, друзья! Спрятался. Фух! Фух, думал, это уже верная погибель. Так, у меня осталось всего лишь 2 стрелы. Промахнулся, я так и знал, что так и будет. Во время паники нет возможности прицелиться. Yes. Сложно целиться, когда паникуешь. Так, стрел у меня реально больше нет, придется работать ножами. Ну ладно, нам не привыкать. Стрелы это хорошо, одну я просрал, вот это обидно, но... Вау, вау.
Получи. Да выпендривался, жесть! Блин, такого не было никогда, тут прямо дофигища их. Короче, вот так врываться не стоит. Я мог, в принципе, убить двоих, но промахнулся. Так, окей, это здорово, мне это нравится. Вопрос только, откуда я пришел? Погоди, а откуда? Мне туда? Да, мне сюда вроде. Вроде сюда. Погоди, я вообще где-то появился, непонятно где. Почему я внизу, если я был наверху, я не понял. Вот туда мне нужно. Снизу отстреливать врагов не очень-то и удобно. Получи. Я сваливаю. Кто? Да блин, умудрился пробить меня. Слишком медленно действовал. Надо было в голову ему кидать нож, тогда бы точно все было бы хорошо. Так, мне наверх. Все. Теперь максимально четко должны действовать. Где он? Где он? Где он? Смотрите-ка, тут что-то есть. Это пистолет, который бьет током. Вопрос только в том, как действовать. Он видит меня. Удрал. Удрал. Так, одного вырубили. Класс. Чё он живой ходит-то, дружище? Ну умирай! Ну, пожалуйста, ну умри. Я же не дротиком в тебя кинул, я ему в плечо попал, поэтому у него кровотечение. А погибать он будет очень долго, надо было попадать в голову. Но ладно. Главное, что он рано или поздно умрет, это стопудово. В нем 1000 литров масла, но это его не спасет. Он где-то здесь бродит. Жесть, где он? Дружище, ты где? Так, ладно. Переходим тогда к вещам более серьезным. Да ладно, просто над плечом пролетело. Жестяк, ну, был шанс. В то же самое место, да ты гонишь. Ну вы видели, да? Просто над правым плечом. Удрал. Фух. Удрал, 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 удрал. Живой, живой, живой. Надо учиться стрелять из лука. Такс. Там всего лишь 2 робота. И снова прятаться. Там не 2 робота, там их 10 штук. Воу. Такс. Попробуем. Не получилось. Получилось телепортироваться? Тут их двое. Тут их двое, это много. Фиг ты меня поймаешь, сволочь. Меня невозможно поймать. Я как Нео из Матрицы. Уворачиваюсь и убегаю. Только без боеприпасов я ни на что не способен. У меня даже нету кружки, блин, печальной. Что делать? Прости меня, робот! Прости, что творится! Блин, поймал все же. Ну да. Без стрел здесь просто никак. Вообще никак. Надо целиться. Ух, жестяк, жестяк. Все, я понял, где допускал ошибку в плане выстрелов из лука. И теперь постараюсь целиться немножечко левее. Хотя я был уверен, что я целюсь левее. Но, видимо, не до конца. Стоп, отменяем. Я сперва готов. Отойдем в сторону. Хорошо, теперь нужно снять вот этого, который внизу. С помощью ножа. Тут мы его поймаем. Он идет сюда? Друг, давай выходи, Ты же... Ага, вон туда идет. Покедова! Немного полетай. Так, я сам туда чуть не свалился. Только не в игре, а в жизни. Окей, -2. Сейчас будет -3.
Окей. Главное не паниковать. Ушел. Бывший сотрудник человек где-то на крышах. Меня все-таки это... спалили, да? Как я понял. Ладно, у меня есть два инструмента еще, два оружия. И по идее... Иди сюда поближе, друг. Жесть, вот это у них шквал пуль. Да? Телепортируйся же. Так, остается последний, просто последний. А, этот еще живой. Хорошо, что я туда не прыгнул. Фух, если бы я туда прыгнул сейчас, это была бы беда. Ну, эти выстрелы из лука, казалось бы, да, ты вроде прицелился. Да, сейчас будет просто мясо. И в итоге стрела пролетает в одном миллиметре от тела, и ты такой... Так это происходит. Ну что, ты высунешься под люка? Тот живой еще? Неужто он еще бегает до сих пор? Сколько можно истекать кровью? Остался один, посмотрите на него. О, погиб. Так, мне нужно оружие. Мы знаете, что сделаем? Мы сейчас телепортируемся туда, и у нас будет... Угу, недостал. У нас будет место для маневра хотя бы. Осталось его только понять, где он. Да ладно! Ух, вроде как зачистил. Блин, это было довольно сложно. С таким количеством роботов я не сталкивался еще никогда в жизни. И это прям вообще. Ну ладно, вроде как справились, и тут есть место, где лежит оружие. Офигенно, стрелы, не знаю, нужны ли мне теперь ножи, когда у меня есть стрелы. Хотя ножей-то все равно нет. Буду брать стрелы, и больше стрел, больше. Хорошая вещь, но на супер большие расстояния у меня всегда стрела уходит немножечко левее, немножечко правее, но никогда она не летит в цель. И это меня, конечно, доводит до безумия, до безумства, но справились. Надеюсь, где-то тут был чекпоинт, потому что я не хочу проходить это место опять. И даже возникали мысли запрыгнуть просто в эту комнату и сказать: «Все, я в домике, отстаньте от меня». Это бы так не сработало. Я бы не смог там спрятаться, они бы пришли за мной. Там нет выхода, смотрите, сколько стрел. И это не мои стрелы, это просто стрелы. Откуда-то здесь взялись. Можно было бы вот тут прятаться от роботов, но чё-то как-то я... Ладно, главное, что пройдено, все. Это рад. Можно было еще и наверх вон туда забраться. Я тоже об этом не знал. Хорошее место, между прочим. Фух, я думал, там робот, а это просто фонарь. Ладно. Хорошо кончается то, что хорошо кончается. Здорово. А че? Погоди, это что, не выход, что ли?
Ты хочешь сказать, что это не конец? Ты чё? Я думал, дайте мне выйти, я хочу покинуть крыши. Опа, спиннер. Он не крутится. Нафига нужен спиннер, который не крутится? Походу, это всего лишь промежуточный пункт. Нам нужно дальше бежать по крышам. Вот только куда, я не знаю. А вот сюда, походу. Ну, дружбанчик, ты маленечко получишь в жбанчик. Или не получишь. В зависимости от того, попаду я или нет. Выше? Я ж целился ниже. Чё? Ладно. Я ж вниз целился. В пятку. Ахиллесова пята. Чуть-чуть выше, оно улетает супер высоко. Ай. Чуть-чуть ниже, оно улетает супер низко. Я не понимаю этот лук. Так, хорошо. Еще вот бесит, что стрелы конечные. Если бы они были бесконечные, вот тогда бы я разошелся. Вот тогда бы я точно не промахивался. Ну, если бы они были бесконечными. Так, там еще один есть братишка. А вот этот зря делал. Зря ты в меня целился. Че, он хромает, он живой. Погодь. А у него кровотечение-то хоть есть? Да, у него кровь теряется. Он умрет со временем. Блин, смотрю, хромает. Ничего себе, такого от роботов я не ожидал, что они будут хромать натурально. Все, вроде лег отдыхать, спать. Так, буду я, знаете, что делать? Ладно, я не полезу наверх, страшно. Или все-таки полезу? Блин, это классная локация на самом деле. Здесь куча путей. Мест, где можно попрыгать, побегать, полазать. И, походу, нам нужно вон туда. Но прежде чем я туда отправлюсь, мне бы хотелось, конечно, снять робота. Интересно, вылезет он или нет? Получится его снять? Вон там он пошел на балконе, завернул за угол. В принципе, у меня есть нож, и стрелу, по идее, можно было бы воткнуть ему в корпус. Так что, ладно. А я до туда даже не достану. Или достану. Ясно. Как ты вовремя вышел, дружище? Как ты вовремя вышел? Вот так и стой. Вот так и стой. Ой, спасибо тебе, братан, что стоял просто и не двигался. Так, теперь нужно забраться на этот балкон. Хоть бы попал, давай. Ай, хорошо. Братишка. Так, ну что у нас тут за комната? Не знаю, нужно мне туда или нет. Да, похоже, это именно то место, куда мне и нужно. Здоровенькие булы. А где та дамочка? Почему она со мной? Это туалет? Они разместили просто на крыше туалет? Просто туалет на крыше? Спасибо. Я не хочу. Нет, спасибо, я не хочу. Наверное, нужно подниматься теперь на верхний этаж. Только как? Как? А вот и подъем на балкон. Давай. Хорошо, я наверху. Действуем аккуратно. Есть кто живой? Так, это просто офис. У них очень странно расположены офисы. Вообще максимально странно. На крыше где-то. Во! Тако! И это не то место, куда мне нужно? Хм. Да ладно. Атенскол! А я был уверен, что мне именно сюда и нужно. Ну ладно, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Да, я немного посражался. Да, где-то было сложно, где-то было попроще. Но мы добрались до магазина Стахо, до ресторана. А это уже большое достижение. До новых встреч, друзья. Удачи, пока. Счастья вам.